В зале районной администрации прошло рабочее совещание с руководителями служб социальной сферы по итогам 2020 года. Руководители образования, культуры и физической культуры и спорта отчитались о выполненной работе. Средняя заработная плата педагогических работников составляет 33 585 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования – 30 480 рублей. Средняя заработная плата педработника учреждений дополнительного образования детей в 2020 году составила 32 409 рублей. В течение 2020 года в дошкольное образовательное учреждение определено 1550 детей, из них 1359 детей на полный день. Сфера образования – одна из самых важных. В 2020 году в ряде образовательных учреждений провели ремонт, приобрели автобусы для подвоза детей, а ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Проделано много работы в сфере культуры. В 2020 году завершен ремонт Северского дома культуры. Также приобретены музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование. Северский район славится своими спортивными достижениями. В прошлом году, несмотря на пандемию, на официальных всероссийских и краевых соревнованиях спортсмены завоевали 215 медалей. В поселке Михайловский появилась многофункциональная спортивная площадка. В поселке Ильский в муниципальную собственность выкуплен и отремонтирован спортивный комплекс. На встрече поделились достижениями и возникшими проблемами, а также обозначили план работы на 2021 год. Развитие социальной сферы – приоритетная задача администрации Северского района.